24 мая, 15 год, Харьков, Велодень, 8.36 по Киеву, сбор назначен на 9, и со всех сторон, вернее с Салтовки, собираются. Я бы даже сказал, скатываются. Велосипедисты для участия в грандиозном мероприятии. Харьковском 10-м юбилейном велодне. Год. Харьков, караван, формируется Салтовская колонна, совсем скоро в центре города соберется многотысячная орда любителей покрутить педали на санцепёке. 10-й юбилейный велодень. Восемь пятьдесят восемь по Киеву. Старт Салтовской колонны. Одной из многих по городу. Харьковский 10-й велодень. Есть, конечно, ощущение, что голова колонны обижает лес и снова стартует от каравана, но это не так. Это все салтовские велолюбители. Год, 10-й Харьковский велодень. По стечению обстоятельств, совпавший с черным днем автомобилиста в городе Харькове, площадь Свободы в очередной раз отдана на откуп двухколесной двухпедальной саранче. Народ собирается, подтягивается. Все еще впереди. Скажешь, но это фигура движущегося велосипеда. Претензия на рекорд.
24 мая 2015 год. Харьков 11.04 по Киеву. 10-й Харьковский велодей. Голова колонны уже по проспекту Ленина двинулась в сторону фуникулера 23 августа. Четвертое мая 15 год, велодень, 10-й юбилейный в Харькове. Где-то так. Пацифистская альтернатива параду 9 мая на Красной площади. В общем, хвост еще не выехал с площади Свободы. А голова уже приближается, развернувшись, ну, по-моему, возле фуникулера. Встреча головы колонны с хвостом. Ну, правда, хвост еще далеко. Ура-борос. Пятый Харьковский велодей. Thank you.
моста еще не видать. Четвертое мая, 15-й год, 10-й Харьковский велодень. Голова колонны уже с полчаса как на площадь Свободы вернулась. Перебирал между велодень. А нам еще до поворота ехать и ехать. Наверняка рекордная по количеству участников мероприятия. Нам главное уйти в сторону. Алло, Ромчик. Да мы пока по линии, мы вокруг зайдем. Итак, до самой площади Свободы. От фуникулера и до площади Свободы. Двадцать 4 мая, 15-й год, велодень. Не знаю, где можно еще увидеть такое количество велосипедистов за единицу времени. Разве что в Пекине в час пик. Но это точно Харьков. Продолжение следует...
парке Горького. Самокат. Проверь. Он догоняет этого дяди, посмотрим. А вот сюда, сюда вот протискивайся. Вот, ну, умничка. Сегодня... И он же Вася, видишь, где Вася? Вот, держи пить. Вот, Вася. Андрюха, на руку. Велодень в Харькове, 10-й юбилейный, 24 мая, 15-й год. Красавец! Харьков, 24 мая, 15-й год. Велодень. Oh.
Харьков велодень по окончании велопробега. Памятник сапогам Ленина. Это велорай. То есть лет 12 вы уже катаетесь на велике? Думает, да. Это глыба велоспорта, давайте его поаплодируем. Да. 12 лет. Итак, музыка для Максима. Что? Я еще когда катаюсь на велике, слушаю музыку. Кого ты слушаешь? Кого именно слушаешь? Разную музыку, чтобы увеселить кататься. Правильно.